21 мая работники БТИ и других инвентаризационных организаций отметили свой профессиональный праздник. В этом году предприятию исполнилось 90 лет. Глава района Олег Хромов посетил ленинский филиал Московского областного БТИ, чтобы поздравить сотрудников с этим событием и наградить членов трудового коллектива за многолетний и добросовестный труд. Позвольте мне поздравить вас с таким большим юбилеем вашей организации, одной из самых лучших подразделений в Московской области, то есть наш БТИ Ленинского района, я знаю, отмечен как самое лучшее подразделение, самое успешное. А сегодня это непростые времена для организации, которая работает полностью на хозрасчете, хотя и имеет соответствующую аббревиатуру в виде государственного унитарного предприятия. Почетными грамотами и памятными подарками были награждены 8 работников БТИ. Директор филиала Альберт Гравин поблагодарил главу за оказанное внимание и высокую оценку работы. Бюро оказывает комплексные услуги в сфере операций с недвижимостью. Кадастровые инженеры ленинского филиала осуществляют подготовку документов, необходимых для предоставления в органы кадастрового учета и регистрации прав собственности на объекты недвижимости. Наши специалисты были успешно аттестованы, прошли соответствующие экзамены на квалификационных комиссиях и получили соответствующие аттестаты и дипломы. И сейчас успешно выполняют свои задачи по заявкам наших дорогих и горячо любимых жителей Ленинского района на всей вышеуказанной территории. Получить услуги в ленинском филиале БТИ можно независимо от места расположения объекта недвижимости на территории Московской области и города Москвы.